Всем привет! Сегодня 8-й день шаурма каждый день. И я решил зайти в KFC, чтобы попробовать мега-ролл. Многие подписчики его рекомендовали. Дополнительно беру 4 порции сыра и 4 порции бекона. Сразу скажу, размер впечатляет. Открываем занавес из лаваша и смотрим. Как всегда, первый укус за вас, дорогие друзья. Если честно, это очень вкусно. И тут очень много овощей, просто гигантское количество картошки, сыра, бекона, мяса. И это очень вкусно и сочно. Сама шавуха действительно очень большая и сытная. Ставлю 5 из 5.